Я всю мою воду выпила. Давай, ей. О, комары тут, как эти самые. Вот здесь комаров много, а в лесу нет комаров. Ходили. Ой. И даже хоть бы что. Кошмар какой. А здесь комары. А здесь какая-то помойка, что ли? Не помойка, тут вдоль дороги они все. Угу. Сейчас. Еще водички давай. Угу. Ой, кошмар. Ну ладно, мы быстро по печененьке посидим. Я пойду вон туда вниз, в свою полянку, если так, хотите, все. Со мной. На. Ой, ты же ей дай печеницу. Сейчас дам печеницу. Это на воду голову. Пей, воду голову. На, и дай тебе печеницу. Проголодались ребятишки. Проголодались ребятишки. Ну-ка. Капочка. Да. И я машину... А здесь какой-то сирота нет, есть захотел. Люд! Ау! Давай-ка. Во! А я уже их отдельно снимала. Какая красота. Угу. Ну что ты? Сейчас еще доберем. Угу. Скажи, я уже устала. Видно, да, Катя, устала, зайка. Катюш, надо туда. Сейчас, ёлки-палки. Ой, ёлки-палки. Это наши тоже хорошие. А это наши. И много-много-много тоже, целый литр. О. И сверху. Можешь он пол-литровый как раз потом. Да, утром мы принесли. Ну, просто да, удобнее. Ничего. Смотри, сколько. Даже и с этой, смотри, отсыпь, чтобы она это... Да. Отсыпь, да, отсыпь. Да, пойдем. Саша, давай-ка нас у цветах в этих. Да, цветах. Да. Так что давайте сближайтесь поближе, чтобы я был покрупнее. Более крупным планом мог снять. Так, как это, как-то ты вырвала, а? Ну вот. Хорошо и светло. Красиво, тут же люди будут ходить. Ну. Красиво, как мы увидели. Вот корни. Во. А вот это вот? Во-во, нашла. Ой, ёлки-палки, это она заморилась. Сейчас я уже не могу такое делать. Да уж. Это она заморилась, говорит. Да. Ну давай. Опа. Нет, Саш, уже не могу, уже толстая, старая. На травке. Да. Ну ладно, все, поехали. Полетели, Рюли, хватит. Да. Давай, спасибо бабушке. Ну давай, ладно, все. Твои руки какие красные. Ага, красные, а мордой? Руки красные. А мордочки? От землянички и мордочки. Красные. Ой, Саш, ну хватит, да? Хорошо. Все, поехали. Чтоб все эти самые вошли. Ой, я босоножки сейчас одену. Одевайся. Сейчас я вас снимаю, пока кассета еще не кончилась. Это я с цветочком чешу. Да. Ну, красиво. Очень. Кати нашей мало, но я на нее полпленки однажды истратила. Косыночки. Ой. Хорошо. Дорожками. Ну все, побежали. Ой, это ж мне надо было не так. Это ж мне надо было застегнуть и потом одевать. Да, ну, что ж это такое? Куда тебе? Ну, теперь я уже довольна, что у меня хоть литр будет землянички. Да. Ой, так довольна, прям спасу нет. Кать, посмотри-ка вверх, Кать. Вот теперь ты видна. Ага, тема на тебя упала. Очень нам гусеница пригодится. О, батарейки сюда. Ложимся. Ехали. Ой. Ну, бывает как. На весь экран. Тамара, как мы, интересно, ягод набрали и повеселее. Ой, вообще. Ага, что нет, это нет, мне? Подожди, что подожди, подожди. Полно, из-за тебя будет трястись экран. Что? Еще прыгает в этой машине. Я же снимаю цветы. Да что их? Мы их повыдрали, теперь снимаем. Нет, там. А комары, конечно, чуть покусали. Место хорошее. Вообще такая косыночка, ой, ничего, еще... башку. Видите, машина. А тебе эмблему да, впереди. Да. Решит. Еще у тебя будет фильм. Будешь наливать. Ой. Да. Ой, Кать. Катя, иди. И высушила уже, Люда. Угу. И буду перемелю. И в чай добавлять. Mm-hmm. Вот зверобоя тоже там нормально. Хорошо. Ой-ой-ой, падает. И какая буду, крупная, что падает. Это, мята, мелисса, зверобой, там вот это все, и чай заваривать. И чаю натурального немножко, да, тоже. Ой. Ага. Ой-ой-ой, это вообще сказка. Угу. Может, и не удобно держать? Эти может, тучи. Это и гроза будет. Да, и тучки какие. Боком. Вот так снимала. Ага. Раз. Интересно. И потом вот так тоже. А что? А теперь вот так вот. Красота. Таня, надо картошку будет быстрее. Уходим. Ой, жуки эти одолели. Не плохо тебе? Очень красиво. Не сделала наша. Очень. Не той лужи. Ну, пока. Ладно. Счастливенько. Все. Ага. Еще один. Послушай. А там кассета есть. Слышь. А? Какой крупный. Сработаешь, да, Регинка моя?
два раза посуду вымыла, все, два раза пропылесосила, два раза собаку, наверное, кормить. Пришлось даже вот с работы самой идти за крупой собаки. Да, вот ну, это вот да. Сейчас здесь ее встретила, у Насти вот стоит. Ага. Угу. Отчитала ее, как положено. Ну. Сказала, что теперь хорошая. Хрен ей до двух будет гулять, она будет в 11 спать, как ага. маленькие детки, раз она поступает, как маленькие детки. Угу. Не помогает? Не помогает. Да. Вот пускай и сидит. Отправил домой машину. А мы из леса тоже едем. Ну, молодцы. А вот одна такая, да? Ешь. Кот. Там тебя еды, а ты ее не ешь. Не ешь, не ешь ты. Приехали. Выбирай что-нибудь. Приехали. Того, подряд, а? Ну, пошел, пошел. Хорошо. Давай-ка, ты ой. Не обтирайся здесь. Сейчас, я думаю, кто это меня за ноги хватает? Здесь же солнце. И пошел. Ну ладно. Пошел. Ну что? Будет сегодня. И сегодня. Ну что? Ну пойдемте, Саш. Хочешь? Давайте, Катя. Темно очень. Ой, я. Ну, темно, и свет включила, и темно. Темно, и все. Даже не попробовала никогда. Во, лисички. Пол литра грибов, целая сковородка уже отъели. Маленько. А это что, макать? И салат. Ну, еще, да. А что надо? Я не знаю, я даже не понимаю, что надо. Раз, картошки, два, Катя. Третью банку не нашла. Ой, я же банку ищу, где еще банка есть. Кать, покажись ты где-то там. Ой, как тебе хорошо. Красиво. А такое выражение какое-то не очень. Фу. Фу. А, для чашек вкусно. Вот так вот. Картошку накладывают. Хватит тебе. Ну, хватит. А там мне. Поехали, взяли томатик. Саши, да. Ну, я тебя снимаю. Ну. На нашу кассету. Что ты скажешь? Что ты тут такое снимаю? Ну. На нашу кассету. Что ты скажешь? Что ты тут такой худой и костлявый? Да, неужели? Да, ну говори, батарейка прям заканчивается. Худой. Какой костлявый еще? Что ну, скажи. Я тебя люблю. Нет, не это. А что? Что я тебе сказала? А что ты мне сказала? В лесу праздник Иван Купала.